Доброе утро! Сегодня в рубрике «Великие и могучие» с нами по-прежнему Левтина Николаевна Спиранская, кандидат филологических наук. И наша сегодняшняя героиня – это запятая в публичных текстах и обращениях. Доброе утро, Левтина Николаевна! Скажите, пожалуйста, а чем навеяна была идея поговорить вот об ошибках именно в таких текстах? Здравствуйте! Да, я считаю, что тема запятых очень интересная и навеяна вот какими соображениями. Очень часто власть обращается к горожанину, к жителю края. И для обращения она выбирает форму письменного текста. Мы можем увидеть эти тексты в автобусах или на улицах поселка, города. И вот обращаю внимание, что с запятой не все в порядке. Там, где она должна стоять, ее вдруг нет, а там, где она не должна, она появляется. Потерянная запятая. Вот когда мы обращаемся к горожанам, жителям поселка, к ветеранам войны, к детям и так далее, к учителям, к школьникам или кому угодно, к россиянам, мы должны это обращение обязательно отделить запятой. Только не надо думать, что в обращении входит только одно слово или имя, отчество и все. Иногда обращение состоит из большего количества слов. Ну, например, уважаемый Сергей Петрович, вот все эти три слова обращения, следовательно, запятую мы здесь поставим только одну, после уважаемого Сергея Петровича, запятую или восклицательный знак, или все что угодно. Не нужно ставить запятую между уважаемым и именем, отчеством того товарища, к которому вы обращаетесь. Лишняя запятая. И в каких случаях она не нужна, но все же появляется? И почему так происходит-то? Вот как раз она и появляется там, где человеку кажется, что он сказал какую-то мысль, она уже закончилась, а он помнит, этот человек, что одну мысль от другой нужно отделять запятой. Вот, например, выражение просьб публичное. Мы часто очень пишем. Просьба в одежде не входить. Просьба держаться за поручни. Все это представляет собой единое предложение, и запятой не отделяется. Запятая вместо паузы. Скажите, а можно ли ориентироваться в постановке запятой на интонацию? Она как раз и появляется там, где нам кажется, что ну как же тут интонация же дает? Ну, тут же пауза должна быть, тут же интонационно. Сегодня пройдет то-то, то-то. Сегодня, но это же интонационно мы выделили, значит, надо поставить запятую. Какую запятую? Это обыкновенное обстоятельство, что когда пройдет? Сегодня. Ни в коем случае я как раз против интонационной опоры. История запятой. А почему она так интересно называется запятая? Откуда слово-то взялось? Да, действительно, слово «запятая» очень интересное происхождение имеет. От слова «пятка». Ну, получается, что мы как бы запятой за окончанием слова ставим некую закорючку. Это закорючка запятая.